Поздравляю всех с открытием нашей новой конференции, которая теперь называется CPT, это Computing in Physics and Technology. И конференцию мы проводим уже в 6-й раз. 5 раз мы ее проводили под вывеской MEDIAS, то есть Средиземноморского института. Вот, но мы сейчас просто решили сконцентрироваться на наших направлениях физико-технической информатики, поэтому сменили название конференции. Конференция традиционно у нас посвящена подготовке защит магистров и бакалавров. И на самом деле, конечно, основная цель, мы хотим научить студентов не только писать хорошие магистерские диссертации, но и их нормально рассказывать и представлять. Поэтому это у нас генеральная репетиция перед защитами, ну, оформленная как международная конференция. Но, к сожалению, гости, которых мы пригласили, высокие, они...